Ну что ж, ребятки, я всех приветствую, всех с наступающим Новым годом. Наконец-то вышло обновление, новогоднее обновление, в котором добавили ивент, добавили пас, добавили призы, санки, лабиринтом и так далее. И сегодня мы это, в принципе, все посмотрим. Я вам покажу, расскажу, попробуем там плыть лабиринт, попробуем покататься на санках, возможно, начнем проходить квесты, поэтому видосик обещает быть интересным. Время как бы 3 часа ночи, поэтому если буду запинаться, ребятки, извиняюсь, как бы. Время позднее, я вообще планировал лечь спать. Я лег спать, вышло обновление, пришлось тогда-то подниматься, идти снимать видос, короче, для вас. Поэтому надеюсь на вашу активность. Давайте наберем на этом ролике 200 лайков, я буду очень сильно благодарен. Конечно же, не забывайте вводить мой промокод, за него вы получите 300 тысяч рублей. Его можно вводить на любом сервачке до 5 уровня. Но играю я на проекте Amazing Holy Play на 2 сервачке, поэтому заходите в описание, там есть подробная информация. И, короче, начинайте играть вместе со мной. Проект реально хороший, интересный, поэтому я вам реально рекомендую. Ну что, ребятки, первым делом, что мы делаем, нажимаем русскую букву L, и здесь у нас открывается, получается, Amazing Pass, в котором мы можем посмотреть призы, можем посмотреть, что мы можем купить там и так далее. То есть давайте сначала это изучим. В этом году пас довольно-таки большой, то есть если мы вот так вот будем листать, ребята, то здесь получается 100 позиций. То есть 100 позиций, пацаны. То есть вы проходите, проходите, получаете машины, рулетки, аксессуары там и так далее. То есть пас реально очень большой. Стоит он, получается, 950 амазингов. Я, конечно же, буду донатить. Я, наверное, подожду x2 донат, чтобы был. И потом уже задоню. И обязательно куплю этот пас, потому что с этого паса, ребятки, можно неплохо заработать. И у вас как бы преимущество, то есть добыча снежков в 1.5 раза больше. Получаемый опыт тоже в 2 раза больше. Ну, в 1.5 раза больше, но реально обязательно покупайте пас, если вы будете как бы проходить ивент там и так далее, это вам очень сильно поможет. Получается, вот ивент, здесь у нас есть санные гонки, то есть гонки на санках, они вроде бы не изменились, они остались такие же самые, как были в прошлом году. Лабиринт, по-моему, тоже не изменился, я еще не смотрел, но судя по скриншотам, я понял то, что вроде бы ничего не поменяли. Санки остались такие же, и лабиринт, скорее всего, остался такой же. Также оставили замерзшие края, то есть они как бы были, возможно, как-то немножко доработали, там карту переделали. Мы это тоже посмотрим. То есть центральный парк города Арзамаса, зимний остров, лагерь месяцев и ферма. А, ну и конечно же призы, ребята. Призы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это призы, пацаны. Ебать-ебать. М3, F80. Ебаный в рот. Грузовик Тесла Сэмми. Это просто имба, ребята. Это просто реально имба. Ух, еб твою мать. Ультратанк. Ебать копать тут огород. Ебать. Я, блядь, я не знаю, что сказать, это пиздец. Реально, призы ебанутые. Блядь, это пизда просто, ребята. Как бы их не особо много, этих, получается, призов. Но есть гидравлика, нитро, это самое главное, это то, что мне очень нужно. Стробоскоп еще и с аудиосистема. Блядь, лайк, реально, разработчикам, руководству, блядь. Просто лайк, потому что призы реально достойные. Так, смотрим, короче, получается, локация та же самая остается. Это у нас зимний остров, который находится недалеко от Бусаева. Здесь у нас есть ледяной лабиринт. Здесь у нас есть замерзшие края, снеговики, санные гонки. Я предлагаю, наверное, пойти на гонки. Но я не знаю, я не хочу сейчас проходить эти квесты, не хочу вам их показывать по факту. Потому что, ну, в этом нет смысла. Возможно, я либо видео запишу, как я буду квесты проходить, либо на стриме это сделаем. Давайте не будем, оставим это лучше на потом, на стрим, либо на видос. Как бы сейчас я этого делать не хочу. Пошлите на саночки, попробуем как бы пройти, я не знаю, эти санки, может, у меня получится. В том году у меня не получалось, у меня прям жопа просто горела, потому что у меня не получалось как бы эти санки проходить. Если лабиринт остался тот же, то это имба, потому что я в том году на лабиринте реально много заработал, и я лабиринт очень хорошо знаю. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем. Получается, санные гонки. Да, блядь, по-моему, остались те же самые санки. Я ее, блядь, не могу пройти. Блядь, ненавижу санки, честно. Вот раньше, там, в 20-м году, в 19-м, вот тогда санки были реально, ну, легенькие такие, более-менее. А эти я вообще не могу пройти. Я в том году не мог пройти. Ну, я проходил там пару раз. Но именно в плане фарма у меня здесь не получалось ничего делать. Сейчас быстренько добежим и попробуем уже пройти лабиринт, потому что в том году я именно тащился по лабиринту. То есть, мне именно там нравилось это все делать. То есть,
есть да, это мне понравилось, я там реально хорошо фармил. У меня получалось проходить лабиринт, а вот санные гонки у меня с ними очень туго. Ай, старый добрый лабиринт, пацаны. Какой это лабиринт, сейчас посмотрим. Блять, это тот, чтобы по одной стороне проходить. Я не знаю, может они ящики, конечно, поменяли. А, бля, они F3 убрали, да? А, блядь, они, короче, F3 убрали. Раньше можно было F3 нажать и, типа, через стенку смотреть ящики. А сейчас, типа, нельзя, пацаны. Так, ну давайте попробуем. Так, вот, получается, ящик у нас, да? Не, ну я помню, реально. Я помню этот лабиринт, как свои 5 пальцев, просто. Все, теперь нам нужно съебаться. Я бежать здесь не могу, только идти, да, могу? Да, просто я давно не проходил. Бля, год прошел, пацаны, понимаете? Год прошел. Такое ощущение, как будто это было вчера, реально. То есть я этот лабиринт помню, как свои, блядь, 5 пальцев, нахуй. То есть я помню, то, что его нужно проходить именно по этой стороне. Я помню, где здесь ящики стоят. Охуенно просто. Бля, красавчики, то, что они оставили тот же лабиринт. Реально. В этом плане прям вообще. Красавчики просто. Просто красавчики. Так, давайте грелки используем. Блять, я просто такой довольный, сука. Это прям охуенно, пацаны. Это прям вообще. Можно этот лабиринт, ебать, проходить. Вот именно эта карта, которую сейчас прошел, на ней можно реально очень хорошо фармить. На ней прям можно фармить очень хорошо, поэтому, блять, обожаю просто, люблю разработчиков за то, что они оставили этот лабиринт. Да, теперь через стенку нельзя смотреть, к сожалению. То есть раньше вы там, видите, даже камеру нельзя поменять от первого лица. Раньше вы камеру меняете от первого лица, нажимаете F3, выкручиваете, получается, поле зрения, и вы могли через стенку смотреть, и стоять ящики. Но вроде бы расположение ящиков они не поменяли, то есть лабиринты и ящики остались те же. Очень пиздато, пацаны. Обожаю просто лабиринт. Это прям мое все просто. Я даже на санки ходить не буду, пацаны. Я чисто буду на лабиринте фармить, потому что лабиринт для меня это просто... Это прям мое, то, что мне надо, пацаны. Поэтому я прям доволен, как ребенок, потому что, ну реально, я в том году на этих лабиринтах провел, блядь, уйму времени просто. Я был там в топе. Я прошел его около 1000 раз, пацаны. Около 1000 раз я прошел лабиринты. Это прям вообще имба. Я прям обожаю эти лабиринты. Помимо, получается, ивента, больше ничего не добавили, потому что нету никакого там, знаете, поста, то есть нету какого-то там блога. Ну и вроде бы, если я не ошибаюсь, то кроме ивента больше, в принципе, ничего и не добавили. Надо просто привыкнуть, пацаны. Здесь как бы есть и легкий лабиринт, а есть и сложный. Это еще такой более-менее лайтовый. Мне вот еще интересно, через стену можно греться или они это убрали? Да, через стену хотя бы греться можно. В этом хотя бы есть плюс. А, нихера себе. Короче, еще и грелки нельзя юзать. В том году можно было грелки юзать, как бы. Короче, они убрали грелки, то есть грелки теперь в лабиринте использовать нельзя, пацаны. Они ушли, получается, то, что было в прошлом году. И как бы это немножко доработали, пофиксили, чтобы лабиринт был все равно сложнее. Но то, что они оставили вот таким же, я думаю, это плюс для тех, кто реально его проходил. Те реально кайфуют. Ну, им понравится. Тот, кто впервые будет проходить, да, для них реально будет сложно. Просто надо выучить расположение ящиков там и так далее. В принципе, с лабиринтом понятно. Давайте в замок сбегаем. Я не понимаю, что здесь вообще происходит. Давайте пробуем туда зайти. Не, ну замок вообще такой здоровенный просто. Огромный. Бля, сейчас чувствую, грелки будут реально улетать, пиздец. Особенно возле лабиринта. Ух, ебать его, урод. Кощей бессмертный, нихуя себе, дядя. Так, вот так вот будет получше, я думаю, видно. Ебать, Кощей бессмертный, ёб твою дивизию, братанчик, ну. Здорово, ебать, здорово. Так, я понимаю, это тоже такой квестовый персонаж. Ну, давайте я не буду тоже его трогать. Просто знайте то, что у нас здесь находится Кощей бессмертный. Я его трогать не буду, потому что он касается квестовой линии. Как я сказал, квесты я хочу ставить либо для ролика, либо для стримов. Поэтому, ну, квестовую линию я пока что трогать как бы не буду. Но, в принципе, кто был на прошлом ивенте, тот понимает, что как бы и где, куда, зачем. Но все равно квестовую линию изменили. То есть теперь уже много квестовых персонажей. То есть Дед Мороз, Гринч, Кощей Бессмертный, там какая-то девочка. Короче, много теперь квестовых персонажей. И сам пас реально сделали много сложнее. То есть он реально огромный просто. Прикиньте, 100 позиций в пасе. В том году, по-моему, было 30 позиций. Поэтому, скорее всего, ивент будет идти где-то, ну, я думаю, минимум месяц. Потому что реально пас огромный. И нужно постараться, чтобы прям его пройти, понимаете, чтобы получить все призы. Пиздец, ебать. Прикиньте, только зашел, ебать, уже по ебалу прилетело. А где тут оружие можно какое-то подобрать? Алло, дайте пушку, ебаный рот. За мной тут бегают, блять, помогите. Блять, алло, мне можно, блять, поиграть нахуй? Хули меня сразу убивать, как лоха последнего? Ебать, дайте поиграть нахуй. Нахуй, ебать, оно надо, вот это, блять. Только заспавнился, сразу по ебальничку прилетело. Так, вот, я подобрал рюкзак. Так, у меня тут нету, да, пушки?
Набор оружия, блядь. Как оружие взять, алё? Так, короче, давайте побегаем, я не знаю. Ну, раньше вроде бы можно было, типа, оружие делать. Может, надо, типа, выйти с острова, сделать оружие. Обратно недавно их открывали уже, ёб твою дивизию. Ну, пиздец, пацаны, ну, пиздец, ебать. Нихуя нема, блядь. Ни пушки, блядь, нихуя нема. На самом деле, Зимний остров мне не особо нравился, потому что здесь много людей именно тимились и как бы мешали нормально играть, поэтому... Ну, такое себе на самом деле. Не особо мне нравится именно Зимний остров. Ой, Зимний остров. Замерзшие края мне не особо нравятся. Такое себе, на любителя, пацаны, на любителя. Ну, каждому свое, кто-то любит постреляться, кто-то там на лабиринте посидеть, кто-то на санках, поэтому как бы каждому свое. Блять, ну, а где оружие брать, алло? Бля, меня обратно убили, короче. Ладно, забьем хуй, пацаны. Я думаю, примерно вы поняли, как бы, что оно себя представляет. Ну, а так, в принципе, я вроде бы все вам показал. Смотрите, вы покупаете пас, у вас открываются некоторые призы. Некоторые можно забрать. Видите, можно випку там забрать. Там патроны, там туда-сюда. То есть, вот, рулетки бесплатные. А все остальное, видите, оно закрыто. Для того, чтобы оно было открыто, вам нужно вот купить, как бы, пас. Мне вот пас, мне прям очень нравится. То есть, они реально постарались. Прям очень много позиций. Ну, реально выгодно по факту покупать пас. Я думаю, вы с него можете очень даже неплохо заработать. И по поводу призов, блядь, тоже все понравилось. То есть, ну, тачки пиздатые. То есть, я в ахуе просто. Надо будет как бы эту машину потестировать. И эту. Короче, надо будет для вас позаписывать видосы. Ну что ж, ребятки, я думаю, на это будем заканчивать. Как бы я вам все подробно рассказал, показал, высказал свое мнение, показал свои эмоции. Мне реально все нравится. То есть, все ссылочки есть в описании, ребятки, поэтому как бы заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. И, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех, ребятки, с наступающим Новым годом. Но в целом, мне как бы это новогоднее обновление понравилось. Ивент реально пиздатый, буду сидеть задротить. Все, ребятки, на этом я прощаюсь. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.